29 декабря в Полоцком государственном университете состоялся традиционный, уже пятый по счету, новогодний бал в древних стенах Полоцкого коллегиума. С приветственным словом выступил ректор Полоцкого государственного университета Дмитрий Николаевич Лазовский. Я желаю, чтобы было праздничное настроение в новогоднюю ночь и в течение всего года, и невзгоды, которые могут быть, ну, чтобы обходили нас с вами стороной, с наступающим Новым годом. Приятного отдыха сегодня, безусловно. Спасибо. Центральным событием вечера стало представление итальянской комической оперы Валентино Фиораванти «Деревенские певицы» в исполнении театра «Дель Арте» Санкт-Петербург с участием солистов Государственного академического Мариинского театра. Такой выбор организаторов праздничного мероприятия оказался весьма символичным. Как известно, Полоцкий иезуитский коллегиум, а затем Академия славились своими театрализованными церемониями и театром. Своими впечатлениями о вечере и постановке с нами поделились участники и гости мероприятия. Вы знаете, настолько теплое отношение, энергетика публики, она способствовала творчеству нашему, теплый прием, замечательные экскурсии. Сегодня мы были и в монастыре, и по территории университета мы прогулялись. Картинная галерея представлена, очень интересно и приятно, что можно прогуляться. И часы, которые бьют каждый час, это тоже очень чудесно. Вот такие какие-то вот яркие моменты, наверное, вот одни из этих. Я переполнена эмоциями вот с самого первого дня приезда, потому что в Белоруссии очень теплые, добрые, позитивные люди с открытыми сердцами, с открытыми душами. И что с каждым днем я вот все время себе говорила, какой замечательный университет, какие замечательные люди. И просто чудо, что мы здесь оказались. И мы надеемся, что мы были симпатичны, понравились зрителям, которые были на нашем спектакле. И поэтому с большим удовольствием, если нас пригласят, мы с удовольствием еще раз приедем, чтобы пообщаться уже с нашими друзьями. Новогодний бал в коллегиуме – это уже традиция сложившаяся. И надо сказать, что праздник крайне долгожданный. Ощущение сказки, ощущение праздника, ощущение такой детской радости, детских сюрпризов, ожиданий от Нового года, оно, мне кажется, имеет место быть. Каждый год пытаемся привнести что-то новое, чем-то удивить. Я надеюсь, что университет умеет удивлять. Каждый год нас организаторы вот такого бала не перестают удивлять. И в этом году совершенно неожиданное вот это вот приезд артистов и ощущения новые и очень яркие. Я думаю, нам до следующего года достаточно будет. Будем ждать следующих каких-то чудес. Вторая часть мероприятия была продолжена танцевально-игровым отделением в холле концертного зала Полоцкого коллегиума. Элегантные наряды гостей, новогодние предсказания, красивые вальсы и праздничные конкурсы придавали вечеру атмосферу загадочности, изысканности и настоящей роскоши. В завершении мероприятия гостям было предложено выйти во внутренний дворик Полоцкого коллегиума, чтобы насладиться блистательным огневым шоу под чашку ароматного горячего шоколада. Красочный фейерверк и неописуемый восторг зрителей стали поистине ярким, эффектным и грандиозным финалом праздничного вечера.